Ну, спасибо за поздравления. Собственно, что говорить по игре. Первый тайм, наверное, мы начали плохо. Первые минут 10 остались без мяча. Потом вроде перехватили инициативу. Инициативу забили два мяча. После того имели еще возможность реализовать момент. К сожалению, не реализовали. Вот. Второй тайм, я думаю, прошел в равной борьбе. Как бы соперник чуть перестроился. Если в первом тайме они старались играть больше от обороны, то в втором тайме они больше прессинговали. И поэтому, я думаю, была равная игра во втором тайме. Да, на установке я ребятам говорил, чтобы каждую атаку они старались завершить ударом по воротам. Они в первом тайме выполнили установку. Во втором тайме, я думаю, наверное, нам дал это соперник. Надо посмотреть видео, проанализировать и двигаться дальше.